Ребят, всем привет! В продажу поступает новый автомобиль Volkswagen Taos в комплектации Respect с пакетами зимний и пакет городской. Мотор 1.4, турбированный, 150 лошадиных сил, полноприводный на автомате. LED-оптика, датчики парковки спереди и сзади. 16 литые диски. Так, датчики парковки задние, камера заднего вида. Теперь по салону. Так, заведем автомобиль, кнопка старт-стоп. Цифровая электронная приборная панель. Датчик света. Полный электропакет. Электрозеркала с подогревом и складыванием. Также двухзонный климат-контроль, магнитола с камерой заднего вида, а также обогревы руля и лобового стекла. Стандартный подогрев передних сидений. Также дополнительно в автомобиле идут коврики в салон и в багажник, тонировка, зимняя резина и сигнализация с автозапуском. Кому интересен такой автомобиль, обращайтесь.